Штрафовать или наказывать сегодня действительно некого. Все с половины восьмого на заводе «Саранскабель» за своими рабочими местами. В бригаде по производству медной и алюминиевой многопроволочной жилы 37 человек, плюс бригадир. Анатолий Карпушкин прежде всего своим примером показывает, как нужно трудиться. Самому не надо прогуливать, вовремя приходить на работу, не делать брак. Бригада считается на заводе одной из лучших, как бригадир Карпушкин Анатолий. Является примером для молодых. Сколько молодых рабочих приходит, всем покажет, объяснит. Анатолий Карпушкин в своей бригаде не просто начальник, он авторитет. Все-таки работает здесь 19 лет, к тому же заслуженный кабельщик завода. Человек он хороший и в бригаде очень пользуется авторитетом. Может проработать на любое оборудование, стать заменить любого по нашей бригаде. Он пришел на предприятие в 90-х. Времена тогда были тоже сложные, но завод выстоял и достиг невероятных высот благодаря вложенным средствам и патриотизму работников, которые и в сегодняшнее кризисное время верят в лучшее. Мы думаем, что пережить вот этот кризис благополучно, выйти из этого кризиса. Юлия Резванова, Денис Песков, Вести, Мордовия.